Маги всея Хогвартса приветствуют вас уже в третьей части Трайн. Привет, привет. Пойдем, пройдем. Куда пойдем? Здесь. Подожди, давай я доступные очки улучшения использую. А у тебя есть? Концов. А у меня есть? А у меня есть. А у тебя есть? Не знаю. А у меня есть. Непонятно. Щит снов. Следующее очко. А у меня ноль. Следующее очко, в общем, будет скоро довольно-таки. Очко у тебя будет скоро? Да. А здесь что-нибудь у него меняется, интересно? У меня меч горящий, видишь? Смотри. Или он у меня тоже горящий. Ну и ладно, пойдем уже. Какая ночь красивая. Вообще игруха просто шикарная. Визуал здесь очень крутой. Как так? Ты зачем меня отшвырнул? Эу. Я знаю, что надо сделать. Да? Ну давай, расскажи мне. Да, давай. Нужно кубик привязать. А, да? Ну давай привяжем. Давай, я создаю кубик, а ты привязывай. Давай. Надо было привязать его поближе. Но этого, в принципе, тоже достаточно. А меня? Ты что делаешь? Верни мой кубик. Верните меня. Как ты туда залез, блин? Да их легко. Вон, ты только что зацеплялся. Давай, у тебя получится. А он сорвался. Он сорвался вниз. Я ее сейчас заморожу, и ты можешь... Да, давай, короче, убирай свой кубик и прыгай с него. У тебя получится, давай. Ты меня веришь, да? Такая прикольная башня, капец вообще. Мне это напоминает... А не получается? Почему? Давай. О, получилось. Мне это что-то Властелина колец напоминает, не знаю почему. Воу! Ну ты даешь. Ну ты что, прям не знаю, вот не можешь, да? Да, все. А, короче... Вот ты прям не можешь, да, без этого? Я смогу. Я смог. Ой, вот ну, что ты прям... Дальше. Здрасте. А теперь? Ой, я подвис на пару сек. По-моему, такая же фигня была. Быстрее направо. А, нет, подожди, еще рано. Тут котяшки летают, подожди. Во, теперь не летают. Видишь, какая моя дорожка оказалась довольно-таки хорошая? Просто шикарная дорожка. Зачем ты это сделал? Бутылочка. Так, а здесь уже что-то интересное, да? Что-то она сказала про магию. О, а здесь? Ну-ка, отойди-ка. Ничего себе. А где загадка? А вот она. Качелька. Смотри, 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 я раскачиваюсь. А ты нет. Ну тут понятно, нужен ящик поставить сюда, вот здесь вот за спокойно, вот сюда запрыгнуть, и вот здесь вот бах, и ты такой уже там. Классно? Да. Главное, чтобы со светом опять не было дерьма. Ох ты, а тут вот кубик нужен. Точно? Ну-ка давай, я поставил. Давай теперь ты ставь. Я поставил. И теперь этот булыжник надо поставить на третью. Походу. Во, давай прыгай. Все гениально и просто. Воу. Ты аккуратней. Давай, у тебя тоже есть. Поехали. Щит не использовал? Чит? Нет. Щит. Holy shit. Я подкинул, видел как? А что дальше? А зачем она нам? Не знаю. Ну, в общем, короче, ну, какая-то бесполезная срань. Верни. Да насрать на эту бутылку, пойдем лучше наверх. И, по-моему, мы не пойдем наверх, да? Не, нам, походу, все-таки наверх, Карло. Я тебе сказал, верни обратно. Да мы, ну что ты начинаешь? Да на кнопку верни. Да заморозь просто, подожди, нет, давай. Или не давай. Нам надо заморозить какую-нибудь из них. Я думал, ты прыгнешь. Давай, у тебя получится. Убирать? Убираю. Вот это у тебя реакция, как у мангуста. Может, я попробую? Подожди. Да что он ты пытаешься? Да ты не туда стрельнул, потому что.
Он не замораживается. Господи. Вот подними кубик сраный. Да, он не замораживается. Да не надо тебе кубик замораживать. Видишь, что я заморозил? Смотри. Вижу, что ты заморозил. Вот. Давай. Красавчик. Ура! Давай, теперь твоя очередь. Ну, поднимай кубик свой. Так. Ты че его отпустил? А, ты его не отпустил, я понял. Блин, я все время забываю, что здесь это так говно не работает. Работает, но недолго. Угу. Твою мать. Я упал. Подожди, сейчас я тебе помогу. Кинь кубик на одну сторону. Е-е-е. Это был твой лучший, твою мать, бросок. Сейчас я заберусь туда. Все, я тут. Все, тут. О, ублюдки. На! На! Еще один волчара появился. Даже два. Прикинь, он даже может бить, когда держится за карниз. Клево. Мне нравится этот гном. Он напоминает мне Гимли в его лучшие годы. Воу. Ты куда помещал? Я вниз. Смотри, тут опять зачем? Кубик. Давай, ставь второй кубик. Карло, вот сюда нужен. Я понял. Давай. Мне нравится эта сраная игра. А! Нахрен ты мне это дерьмо бросил? Ты мог предупредить, да? Я предупредил. Чем? А, вот черт, этим, да? Я между прям. Моя жопа продолжит последний. Черт. Мы оба сдохли. Мы опять оба сдохли, да. Ну хорошо, не так далеко, давай. Сейчас я загружаюсь. Это у тебя быстро все делается, а у меня нет. Пропусти. Это... Сейчас, там я случайно заморозил. Сейчас. Да отцепись уже нахрен. Молодец. Ау. Интересно, они сейчас упадут по-другому уже, да? О, рандомчик наше все. Нам нужно поставить этот кубик. Куда? Ну, давай я буду защищать. Давай. Ставь кубики. Поставил кубик. На себя. А, подожди, ты должен отпрыгнуть назад, подвинуть нормально все эти кубики, чтобы у нас был трамплин. А я сейчас вплотную подъеду сюда. Во, да, идеально. Мы допрыгнем же, да, с двух? Третий не нужен? Да, мы-то допрыгнем, только я не перемещусь туда. Переместишься? Нет. Прыгни вверх и телепортанись вот так. Сейчас поставлю. Поставь вот сюда кубик. Угу. Не туда. Сюда, ко мне, на этот. Попробуем. Что ты сделал? Да все нормально было, ты все сломал. Поставь кубик, пожалуйста. О, вот ты не вот прям вот мостик тебе надо. Прыгани, как мужик, используй телепорт. Ты видел, я баба была? Это типа отговорка, да? Нет. Да. Девушка ты была, а не баба. Баба это такая, знаешь, штука, которая орёт на тебя у подъезда. Ну, так она орала, слышал как? Она орала, да? Ну, ау! Ты что за мной повторяешь? Это ты за мной повторяешь. Да запрыгни ты, тварь. Ну, короче, пошло ты знаешь куда. Нам вниз, походу. А мы тут пытаемся что-то... Ты видел, я на последнем из них... А, да, точно. Теперь Амадей может что-то создавать. Создайте стальной шар и перебросьте на нем. Ага. О, вот оно что, да? По кусечке. Да, и правда, по кусечке. Ты лошара какой-то. Я поехал. Стальной шар, ничего себе. Так, подожди, квадратики мы умеем создавать? Да, мы теперь еще и шарики умеем создавать. Я поехал. Можно играть в крестики, нолики, квадратики, шарики.
А, ну я тут знаю, что надо делать. Надо вот сюда квадрат. Заморозь, Карла. Так, это низкий. Ой. Ну. Заморазывай. Заморазывай эту фигню. Красавчик. А сюда мы просто шарик поставим. Я пошел ставить шарик. Давай, я тоже. Давай, подходи. Я думал, тебя сшибет. Ага, я бессмертный. Так, да, давай кубик сюда. У меня нет кубика, у меня есть квадратик. Давай. Это кубик, мы в 2.5D игре играем. Пойдем. Так, что у нас тут? Да, даже так, да? Да, что, у тебя же щит есть, используй сраный щит. Да, ты ой, молодец. Не туда. Так, что мы тут имеем? Тут, по-моему, все довольно гениально и просто. У нас доступны улучшения, о, по крайней мере, у меня. Это что такое? И у меня, кстати, пойдем что-нибудь улучшим. Пойдем что-нибудь улучшим. А, прыгучий шар. Но он почему-то не открыт. Это что нет, такое? Нет, не дает. Вот там рядышком есть. Левитация врагов. Угу. Тоже не дает. С притопом. Левитация с притопом. Это как понять? Обрушите на землю левитирующий предмет. О, все, я понял. Смотри, я тебе покажу. Я понял. Оп. Он не хочет. А ты его мышкой возьми и вот так вот прям. И вот так вот тебе, твою мать. Умри, Кала, сдохни. Ты дерьмовый маг. Пойдем. Это прикольно, слушай. У меня так не получилось. А ты его возьми в руку и Ctrl нажми. Ба. Ты что, там летаешь? Я все делаю. Ты все разносишь, по-моему. Не, никак не получилось. А у меня получится. О, это интересно. Ну иди. Нужно шар создать, слышь, Карло? Ща. Мою сторону тоже замораживать? Ой, это был не шар. Так. И он укатится. А нам и надо, чтобы он укатился. Видишь? Пойдем. Может, вы меня пропустите? А, не, все, пролез. Давай уже. А что-то дверь не открывается. А, нам нужно еще вот это дерьмо открыть, я понял. Стой, залази стой, наверх. Подожди. Да не-не-не, открой, я сейчас шар создам. Залази обратно наверх. Да я он сейчас... здесь не пройдет. Да он здесь не пройдет. Скотина. Так, походу, ты залази наверх, не? Залази наверх. Создавай шар. Каким хером я держу этот... ну, я попробую, конечно, но не уверен, что получится. А он не, шар не цепляет. Видишь, шар цепляет. Короче, я придумал, подожди. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас я сдохну пару раз. Слушай, так о чем мы тупим? Можно же привязать к ящику. Открой и привяжи, ну, так, к ящику. Так я так и делать не собрался. Да блин, я все время забываю, что он тут рядом. На, короче, тебе еще один кубик. Не нужен он мне нахрен был. Давай теперь это. Теперь ты создашь шар. Давай, я верю в тебя. Давай. Ты настоящий маг. Запихивай его туда. Вот это клево. Ура, дверь открыта. Проход ясен. Я хоть и без шляпы. Твою маг. Мать! Я умер. Красавчик. Надо вот сюда что-то поставить. О-о-о. И на шарики поедем, да? Потрясающе. Это мой шарик, иди в жопу. А мне насрать. А-а-а! Это что, я так летал? Ты понял? Я летать могу? Так тебе и надо, говнюк. Мой шарик ко мне прикатился. Погоди. Иди. Возьми ты щит, твою мать. Во. Ага. Это прекрасно. Есть только одна проблема. Если, короче, я создаю шар,
Если я создаю гребаный шар, у меня исчезает кубик. Поэтому придется ехать на твоем шаре, ты понял? Давай уже. Дэм. Тогда сначала... Подожди. Ой, я еду. Не-не-не, подожди, у меня есть план. У нас есть мост. Сейчас, погоди. Допрыгнешь? Давай. Я тебя прикрою, бро. Да, я знаю, как ты прикрываешь. Я охренительно тебя прикрыл. Вот что ты начинаешь? А вот там, по-моему, еще можно шарик создать. Зачем она летает? Ну давай, вот сюда его типа, да? И да. Нахрена я это сделал? К ней не цепануться, к этой штуке. А, ну да, вообще-то. Еее, мы красавчики. Я нига! Ты там остаешься? Нет, я сейчас, я баллончики забрал. Прошу вас. Спасибо. Смотри, он не закрывается. Прекрасная дверь. Все бы двери такие делали, а? Ага, точно. И чё, ты откроешь мне путь в бездну? А, я понял. Ай! Я поехал. И тут надо мост сделать, да? Надо сделать мост, чтобы ты смог допрыгнуть. А, у тебя же есть шар, точно. Подожди, а как мы наверх заберемся? Ну-ка, отъедь-ка. Ну еще-то давай. Как будто это нам очень нужно было. Не знаю, но мне кажется, двух не хватит. Давай свой-то ставь. Квадратус. Поставил квадратус. Опа! Хватило, смотри-ка. Все шикарно прям. А, бегу! Я нашел новый способ перемещения. Телепортация, твою мать. Интересно, их можно вниз скидывать, не? Воу, меня скинули. Живи, Карла. Живи, я еще сдох. Во что бы то ни стало, живи, Скай. Персонажа, поменяй всю. Ну поменяй. Я не могу, а я могу, ладно. А то я тут долго не проживу. О, вот это чит. Ты ее убил. Я что-то улетел, аж охренеть. Что если... Блин, я не успеваю читать эти субтитры. Тогда мы, в общем, они там общаются между собой. Ребята, если кому интересно, читайте субтитры. Реально не успеваем. Только в касценах. Так, что-то мне подсказывает, что здесь нужен шар. Кто тут самый умный, Карл, а? Луна, твою мать. Обалдеть, вот это красиво. Ты что натворил? Я сам не понял, но было клево. Ау. А, видал? Что надо делать? Видал? Учись. Ты что, читер? Да. А я? Как же я? А мне насрать. А черт. Ладно. Сейчас я знаю, как быть. Ну уйди оттуда. Сейчас я в крайнее положение уеду, и надо заморозить. Карла, твою мать, надо было заморозить. О, ну вот так, да. Все время путаю эти сраные стрелы. Да что такое? Давай, у тебя получится, там в нас кто-то стреляет уже. Уже? Да. Ага, я повис. И что нам тут? А, нам надо вверх, да? Это было неожиданно. Это было еще неожиданно. А че я туплю-то, блин, твою мать, что в натуре? Опачки! Карл, видал, как я сделал? Делай так же. Делай, как я тебя прикрою. Прикрыл, мать. Сейчас, все нормально будет. О, а еще кубики. Стой. Я стою. Так, это дверь туда. На всякий пожарный. И чего она подключает? Там же ничего не открылось. А, давай вот еще один кубик на нижнюю штуку поставь. Угу. Морозь ее. Ну, как смог. Ну да.
еще один кубик можешь ляпнуть? Давай я твой возьму. Или ты. Ясно, спасибо тебе большое. Я вот это ценю прям. Да, это было прекрасно. Лифт. Подожди. Здесь это... О, черт, кажется, все развалилось к чертям. Есть только в ад. Горячая стрела тебе в зад. Мы молодцы, Карло. Мы красавцы просто. На тебе в обраточку. О, лифт поехал, смотри. Вот это идеальное положение. Кого? Вот эти пукалки-то? Да. Ну, вообще, кстати, это очень странно, да. У нас есть, сука, сраный меч и куча стрел, но мы не можем противостоять этой хреновине. На помощь кто-нибудь. Ой, помогите. Я не пойду туда. Я не пойду туда. Давай, это будет весело. А никогда просто так на помощь не зовут. Нас всегда зовут просто так. Герои откликнулись на крик о помощи. Похоже, в нужде оказался мирный житель леса. Какой-то енот, что ли? А, барсучья нора. Окей, понятно. Барсук. Барсук. Мы пошли спасать барсука. Начать уровень. Мы долго идем. Долго идем. Посмотри, какой здесь свет. Да это просто охренительная гребаная игра века, года и все такое. Я понял, как надо, отойди. Морозь. Можешь не прыгать. Морозь, я подпрыгиваю. Блин, тут, какой твой мать лес, ты посмотри, мультик, просто мультик. Вообще шикарный, блин, подожди, у меня в глазах... Привет, барсук. О, я же сказал барсук. Святые угодники, это как Дог говорит. Мои кошмары ожили и выгнали меня из дома. Да? Все, о чем я беспокоюсь, это мой дневник с исследованиями. Не могли бы вы, добрые герои, принести его мне? Дневник? Да конечно, дружище, сейчас притащим. Размечтал. Святые угодники. Блин, он как Дог сказал, я аж прямо ностальгнул. Ты аккуратней, деревяшки ломаешь. Я успел, видал? Или не успел? Не успел, походу. Ладно, сейчас подтяну. Отцепи. О, ничего себе. Вот это меня... Блин, ты можешь перецепить ее? Сейчас, я сделаю это сам. Вот, давай. Вот, да подожди ты. Вот типа того. Давай, создавай мост. Ну, Карло, твою мать. Создай гребаный мост. Да не такой же ублюдский. Натяни как следует. Во. Красавчик. Иди, короче, перебирайся. Я не достаю. Давай, ты сможешь. Это вообще не по плану, между прочим. Сусти жопу, да? Так, сейчас я прикину. Как это можно... О, я знаю, что, давай ее заблочим. Поставь еще один ящик. Все, я заблочил. Сейчас, подожди. Ты зачем она не реагирует, что ли? Верни обратно. Делай мост. Я понял, да. Кажется, твое говно отцепляется. У нас одна веревка на двоих? Ну, она, походу, где? Давай, короче, перебирайся. Давай, я ее натяну, а ты перебирайся. Давай, иди. Можешь подкинуть меня резко? Есть. Держишь? Наверное. Хреново держишь. Сейчас, подожди. Мне надо каким-то хреном... Ну, если я сюда цеплю... О! Во, огонь. Огонь. Прокатило. Отпустите меня. Так. Доступны два улучшения. Посмотрим. Ща посмотрим. Ща. О! А у меня нет... Что, нет? Или я доступен? Подожди, быстрый стрелок. Прямо как топ-ган. У меня нет улучшения. У меня есть. А как-то он должен прыгать теперь. Ты видел, а? Ты что творишь шарами-то? Смотри, там какая-то хрень. Иди отсюда.
Все, я вернулся, пойдем. Пойдем. Так, и что мы здесь можем зацепить? Ого! Ого! Что тут всего одна петля и все. А, еще две можно? Петли. Еще можно? Смотри, я ящик открыл. Что в ящике? В ящике а бутылочка была. Да полетать на. Хочу. Подожди. Что-то пошло не так. Да тебя надо с этой стороны подкидывать. Давай, иди сюда. Ты куда? Я запрыгнул. А туда надо, да? Ухожу от тебя. Ясно. Нет, лови бутылочки, короче. Ну, блин. Ты идешь? Ты же можешь на Ctrl кидать себе ящиком в лицо. Забыл? У меня не получается. На Ctrl нажми. Ну, на Ctrl нажимаю. Ну, смотри. Видишь? Вижу, но у меня не получается. Давай. Ну, может, ты не докачался, хрен знает. Сейчас проверю. Ну, вообще стояло. Так, блин, подожди. Какое окружение, левитация. Детали, просто капец, какие офигенные. Сотворение ящика. О, здрасте. Опа, опа, вот, опа. Походу, не это. Сейчас еще раз попробую. Ой, не туда. Ау. Во, все. Оказывается, я его нечаянно сбросил. Серьезно? Ты это разбомбливаешь? Ничего себе. А если шар? А, шар хер тебе. Я тут с пушечкой развлекался. Ага. О, здесь будет что-то интересное. Сейчас, по-моему, мы драться будем опять. А, точно, да-да-да. О, ничего себе, смотри, какая тварь у меня тут. Электрический лев. Это что за барсуки? Это этот. Это Соник. Соник. Ага, я понял. А нам вообще куда? Ты куда пошел? Ну я не знаю, тут вот что-то можно было сделать. Мы должны куда-то попасть этими шариками или что? У тебя есть план вообще? О, я вижу, смотри, что. Зацепись нахрен. Можешь ящик сделать? Ну или так. Могу. По-моему, не сработало. Ага. Она шаг огненный, она размораживает. А, надо создать шар, Карло. Не куб, а шар. Я прицеплю к нему. Ну, в смысле, его надо вот сюда поставить, ко мне. Дальше чуток, дальше его. Ты чё дерешься? Да блин, мне надо пройти, подожди. Кажется, я прицепил. Ну, в общем, ладно, пойдем. Да твою поломалось. Мать. Ну ты будешь что-нибудь делать? Либо уйди нахрен, не мешай. Буду. Твою мать. Ну ладно, цепляй прокатит. Там. Не прокатило. Сейчас я отъеду. Ты что, перегрыз веревку? Это не я. Это вот та хрень, которая стреляет. Давай мне шар сюда. Или кубик даже. Слушай, здесь даже и кубик сработает. Во, шикарно, пойдем. Да что ж ты его толкаешь, твою ж мать. Ай, ай, ай. Да шарик укатится, куб давай. Во. У тебя получится, Карло. Я верю в тебя. Во. Так, это, наверное, кухня говорит. Ничего себе. А, открывай вторую. Ты должен перепрыгнуть. И походу создать шарик, да? Так точно. Ну, блин, я, кажется, не ту заморозил. Сейчас, погоди. Надо твою заморозить, и ты сейчас создашь шарик, да? Отличный план. Во. Или я создам шарик. И чё? Ну, а дверцу? Может, откроешь? Я пытаюсь. Ну, шарик-то мне верни. Ладно, давай. Чё, не влезает? Он не пролазит. Вот же ж говно.
Ну спустись туда, там создай, я не знаю, шарик. А, вообще, спустись нахрен туда и разморозь ее, и ты пройдешь. Че мы тупые какие сегодня, а? Не знаю. А, да, ща, погоди секунду. Нахрен ты мою-то заморозил? Ага. Ну пошли. Ты можешь верхом выбраться. Выбирайся, Карл. Верхом. Вот я здесь, если что. Оу. Шар смерти. Ни хрена себе, как он полетел. О, ни хрена себе, как ты сдох. Не мог предупредить. О чем? Сейчас я тебе покажу, о чем. Лети, Карл. Да, какой у меня шарик есть, смотри. Ничего себе. Лови обратно. А ты где такой шарик взял? Я тоже такой хочу. Классный, да? А что, это где-то есть такое, да? Да. Это у кого? Острые стрелы. У мага. А, прыгающий шар. Ой, да. Правда. С помощью своей магии тролливали Амадей. Но это стоит верни 2 очка, мячик. У меня 1 очко. Верни мой мячик. Я вообще его не трогал. Мы будем в футбол играть. Давай в футбол играть. Давай, давай. На! На! Так, надо эту хрень раскачать. Вот твою мать! Вот, хорошо пошло. Сука, твой мяч! На! Ёжик! Соник! Я заморозил его нахрен. И паука убил нахрен. Я молодец нахрен. На тебя. Вообще нахрен. Да. О! Я вытяну тебя, брат. Я живой. Че тебе помочь? Да все хорошо вроде. Заморозь говно. Карлос, заморозь это говно. Ух ты, классно какой. Вот это я был подъем. Что тут еще есть интересного? О, опять эта хрена резкая. А нахрена нам наверх? Нам вон туда. Верните меня. Блин, сейчас я ее толкну, сучку такую. Нам нужно толкнуть ее, понимаешь? Понимаешь? Подожди. Мы ее толкнем. Оп. Ай! Ай! Что ты творишь? Эй! Я забрался! Вот ты говно! Сейчас я тебе помогу. Опачки, давай. Убери свой кубик. На. Теперь разборось. Ну ты чё, серьезно что ли? А да лучше я буду это делать. Я ж пролезть не могу. Да по... Я вешу, подожди. Все, я отвис. Ну что, там работает что-нибудь? Хорошо все? Нет, плохо. Ты все поломал. Давай, у тебя получится, Карл. Я, короче, знаю, как перемещаться к тебе. Что ты творишь? Давай запрыгивай, уже будь мужиком. Это новый челлендж. Это просто шикарное говно. Смотри. Давай запрыгивай. А? Оп. Все, ты мне надоел, я пошел. Ты попутал. Да, я знаю, как это делать. Ничего себе. Меня забыл, да? Ну ладно. Ну ты идешь там, не? Ну чё там, получается? Я еду потихонечку. Не надо! Давай, я тебе помогу. Вставай на платформу. Да ты не поднимешь её. Да смотри нахрен. Вот, видишь? Наконец-то.
Ты меня сюда вернул. Вернул? Ты тут никогда не был? Или ты упал? Я не знаю. Так. Что бы это значило? Поднимай ее. Ну, у нас теперь есть мост. Какой такой мост? Вот такой вот классный мост. Я, короче, пошел. А дверь-то открывать как? А вон наверху открывачка. А-а-а, мне нужен кубик. О-о-о, Карло, натяни, а. Сейчас, подожди, я тебе второй кубик дам. Да ты натяни лучше это дерьмо. Нахрен мне второй кубик, ты их не сможешь. Никак, я же тебе говорю, натяни. А теперь смотри. А теперь смотри. Давай. Готов? Да. Оп! И чё? Ничего. Каши мало ел. Оп! Ну, два кубика не тяжело. Особо. Чё-то не особо, чё-то не особо. Сейчас подожди. Вуаля! Ну что ты западла, а? Я тебе помогаю, а ты вот как... О, опять рубило. А ты через сколько мне помогаешь, забываешь, да? Я через 7 секунд нахрен тебе помогаю. Ага, бей ёжика бешеного. Добил? Да. О, я знаю, что здесь надо делать. Что здесь надо сделать? Ты придешь, нет? Да, сейчас. Что ты с мячиком опять делаешь? Что ты там творишь, твою мать, а? А, да. Чё ты не сказал, что здесь? О, беда. Давай, у тебя получится. Конечно, получится. Иди нафиг. Да надо сюда, а потом ее заморозить. Ой. Ничего себе, тут все прям заморозилось. Я прямо фрозен. А, ясно. Не-не-не, мне нужен вот эта хрень. Смотри, как я могу. Давай. Четко, а? По-моему, это дерьмо... Ладно, я так сделаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Опять ты считерил. Ничего не читерил, я вообще молодец. Тут какой-то гребаный дождь из хреновин. Я, кажется, тебе послал парочку. Вот ты мне там послал. Лови, Карло. Да сейчас я нацелюсь, нормально будет. Карло, лови. Поймал, не? Ты долго сейчас, тебя подожди. Там будешь? Почти, почти поймал, в чем проблема лови. Твоя? Все, пошли. Нас ждут великие приключения. Понятно. О, я тоже подох. Там были шипы. Фига ты таки. А я-то что сделал? Ты сам сдох. А зафига ты сдох? А ты? А ты? Че сразу я? Я ж не знал, что здесь кака вот это вот. Ну че ты там едешь, не? Еду. И че? А у меня камера тут дальше я. Не едет. Да ладно, Карла. Меня, подожди просто. Понятно. У меня доступно одно очко. Что случилось? О, чёрт, меня бьют, а ты молчишь. Что говорит, случилось? Ай! Паре, давай. Давай. Так, ну вот тут-то уже понятно, что надо делать. И я поехал. Кажется, здесь еще один мой шар. Что ты там творишь, Карло? Что, мы по два теперь можем делать, что ли? Что-то кубиков у меня до хрена получилось. На, шар тебе. На свой кубик сразу. Ладно, короче, я пойду. Мне не очень получается помогать. Я тут, короче. О, смотри, здесь что-то интересное. Прикинь, как прикольно, а? Только мы стоя не допрыгнем, походу, да? Можешь мне кубик дать? Под нее? Да под нее надо. Под нее засунь. Я быстро поставил кубик.
и на него запрыгнул. А ты можешь мне кубик создать, и я об него обопрусь и к тебе допрыгну? Да кубик, а не шарик. Черт, подожди. Он там не скатывается? Скатывается, но я его придержу, давай. Давай. Хоп, хоп. О, шикарно. Ой, мама. Надо зеленого мочить, он самый дерзкий. Я зеленого жахнул. Ежей. Ежей, мочи ежей. Ежика, давай выкинем его. Да сдохни уже, сраный ежик. О, глянь, какой булыжник. Я хочу поиграть им в баскетбол. Твою мать. Вот это было весело. А что это такое? Она, кажется, сейчас стрелять будет, не? А вон, смотри, еще надо туда. Видел? Куда? Прямо посмотри. А, вижу, да. И чем? Мной, что ли? Нет, вот этим. На, лови. Ну, давай. Воу. Да не так же. Да не трогай, я его сейчас швырну. А теперь там колечко. Ну, это я понял. А, да. Там еще и ключик. Ключик? Ничего себе. Да. Ать, а там красненький. Красненький и синенький ключик. И что дальше? Нахрен. Мне надо еще сверху разбить, серьезно? Я не могу взять этот ключ. Я могу взять этот гребаный ключ. Давай открывать замочек. Блин, как это клево, а? Хорош мой шарик шпунет. Тут книжка, Карла. Дневник барсука. Мы взяли дневник. Прикинь, а я могу только один шарик создавать. А, нет. О. Мы взяли дневник барсука, слышь, Карла? Мы у цели. Осталось его отдать только. Ау! Ау! Там плевака. Сраная плевака. И что здесь надо сделать? Лови, Карла. Так, ясно. Эту херню надо вверх, что ли? А! Короче, надо опустить вот эту. Прилепить сюда шарик. Мой вон прыгает. Хочешь, прилепи его? Не, не хочу. Карла, ты можешь опустить эту хрень? Конечно. Давай. Ох, твою мать. Вот это бабахнуло. Не знаю, но вроде все произошло нам на благо. Ты уверен? Да. Оп. Полетели. Да, это было весело. Так, тут какие-то шипы. Пришлепнуло, понял? А нам наверх. Это логично. Забирайся. Карла? Нет, ты не понял. Нам наверх вот эту поднять надо. Кого? Вот эту. Вот эту. Вот эту. Вот эту. Так я ее и поднимаю, твою мать. Вот эту. Она морозится? Она не морозится. Она как ступенька должна быть. Ну давай попробуем ее... Не, не получается. Или получается. Не, не получается. Она не реагирует. Тебе надо попробовать запрыгнуть на бревно, походу. Или я сам. А нам точно? Да, нам на бревно, Карл. Давай еще один ящик. Сейчас мы тут пирамидку создадим, нахрен. Сюда вот эту хрень. А че она у меня исчезла? Во, стоит. На мой ставь. Обязательно. А я эту хрень подниму. Прикольная хрень. Сейчас будет рубилово. Кто ты такое? Я, короче, подожду тебя где-нибудь здесь, да? Да, подожди меня. Если замораживаешь, он с одного удара их выносит. Слышь, Карла? Давай. О, видишь? Как классно. Нас тут опять плевака. И довольно агрессивная, кстати. Нам куда вообще? Наверх. Нам надо перерубить ща. Я знаю, как это сделать. Тихо. Подожди, нам надо вот туда еще попасть как-то. Куда? Туда? Вот туда.
Это разбивается? Не особо. Нет, нижняя должна. Вот эту можно разбить. Смотри, ща. Да твою мать, ща я настроюсь. Во. Ха-ха, прикол. О, ты ее заморозил. Кого? О, и правда, Плеваку. Смотри-ка. Ну, я вот могу, в общем-то, чё? И ту заморозить, наверное. Ну, то сначала нужно попасть. Надо заморозить этот мостик, Карло. И поставить на него кучу всякого говна. Заморозишь? Давай. Это не та стрела. Да, определенно. Теперь ставь свой кубик. Давай, ставь кубы, я нас это, защитю. Нужно я нас защитю. Подморозить. Если я ее все. Подморожу, вот эта хрень отмерзнет, смотри. Видишь? Поэтому... Ну ничего, я заморожу, значит, эту хрень. Ну вот, смотри, вроде все заморозилось. Не-не, она отмораживается. Давай, ставь кубик. Ставь кубик и прыгай вверх. Ничего себе у тебя кубиков, тебе немного? Не, нормально. Теперь надо придумать, как это дерьмо защитить от себя. Есть одна идея. Мне не хватит же, да, двух? Да, сука, подвинь его. Ты что сделал? Я уже там, Карло. Нахрена ты спустился? Я не могу попасть в эту хрень. Не могу. Давай. Я же самостоятельно, а там что? Ясно? А нет, не ясно. Там что-то светится. Карло, я вообще на природу вышел. Прыг, скок, твою мать. Подожди, я с тобой. Да я уже возвращаюсь. Фу, блин. Ну что ты, я не знаю, посмотреть, что там. Да там просто природа. Природа? Здесь как будто нет ее, да? Так, ух ты, ну побежали! Чё? А теперь давай, мочи ее. А, я понял, ща. Отпускай. Не достает. К ней надо привязать этот самый круг наш. Привяжи круг. Ай, подожди. Я привязался к ней. Да проще кругом бахнуть. Ты еще жив? Сейчас надо перерубить. Вот такая нормально будет. Но! Да, южмайт. Допустите меня, я хочу ударить. Не достает, прикинь. Или не достает, или силы мало. Ча. Надо вот так подумать. Попробуем. Не-не-не, сейчас я побольше привязал. Давай и уже. Во! Забирай бухло. Так, а вот теперь уже... Сейчас, надо что-то с этой доской делать, слушай. Я знаю, что надо сделать. А, вот что надо делать. Да, опускать. Да. Сейчас, погоди, я уберу это говно. Давай. А то опускай. Еще отпускай. Да пошел ты. Отлично, теперь в обратную сторону надо толкнуть. Во, красавчик. У меня получилось. Опа! Давай, а тебе немного два? Да как и тебе. Давай еще один. Да, мне определенно нравятся эти голова... Да, здрасте. Я тут большого волка мучу, ничего? Он да, меня нормально. Убьет. Я его сейчас добью. Надо было заморозить его, Карло. Чё ты, как я не знаю, не свой. Ау. И можно низом пройти, кстати. Заморозь свою помойку. О, они не морозятся? Серьезно? А, она ее... Я понял. Давай вместе. Давай. На три. На счет три. Раз, два, давай. Три. Надо... Не дай ей выстрелить. Все, я его заморозил. А, она, короче, раскочегаривается. Можно только одну заморозить. Она, видишь, размораживает другую. Я не знаю, зачем я это сделал, но прикольно. Запинает сейчас. Ты всегда кидок. Сейчас я тебе помогу, я отключу нижнюю.
Давай, нижнюю отключил. Я колдую, ее... Карла. Пришпорить, пришпарить нельзя. А нам куда? Вот сюда. Ага, думаешь? Твою мать. Да ты выбери какую сторону. Ну с какой ближе было. У меня теперь два шарика, ты знал об этом? Да? Откуда у тебя два шарика? Не знаю. Попутал? Да. А у меня тоже два? Ну по-любому. Уии. Тоже два. Зачем это нужно было? Не знаю, для красоты походу. О, понятно. Карл, нужен еще один твой ящик. А! Ты сейчас тоже сдохнешь. Короче, второй нельзя создавать, да, я так понял? Да, он тогда первый пропадает со временем, блин. Оп! Да, я забыл, что-то я больно быстро добрался до сюда. Так, ладно. А чё вот тут интересно? Ничего. Знаешь, как надо было сделать? Подожди. Да мы просто ящиками сделаем. Давай, по два ящика будет шикарно. Ну, не настолько шикарно, чтобы прям было очень шикарно. А ты второй-то поставишь сюда, не? Подожди. Сейчас, погоди. Так, опять. Стой, это не наступай на нее. О, о, а, Качеля. А, сейчас я ее приподниму. Натянул. Замораживай, Карла, надо заморозить. Ну практически. Мостик, 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 мостик. Эй, ну что, что ты начинаешь? А ты иди нахрен. Прокатило. Внезапно. На. А, черт, отойди нахрен. Во. И что произошло? Ничего. А, не, произошло. Пирамидочка. Почему у меня... Что за говно? Я не могу поставить максимум 3 кубика, что ли? Да блин. Да нахрен этот шар нужен, когда нам нужен кубик. Да подожди. Убери сраный шар. Да подожди. Убери сраный шар отсюда. О, а это что такое? А, да. Ладно. Не-не-не. Эй, ну ты чё, ну чё началось-то, я не понял. На обратку тебе. На ещё. Я тут, понимаешь ли, накалываю их. Ну, может, ты откроешь дверцу, не? Да я пытаюсь забраться. Ты можешь мне один кубик создать? Вот, спасибо. О, заработало. Ключик у нас. Е-е-е, остался только синий. Ща, я открою. Давай, жахай. Карла, жахни как следует. Давай. Это был не лучший твой удар. И этот тоже, кстати. А он не хочет туда, в курсе? Да хочет, ты просто как-то не хочет по-дерьмовому. Он не хочет. Блин, ну чё началось-то? Я знаю, что надо сделать. Приколи вот туда кубик. Вот туда, подожди, подожди, стой. Кажется, я что-то сделал. Дай мне кубик. Дай мне кубик. Я знаю, как надо сделать. Смотри. Нужно эту, нашу бочку. И ты должен этой бочкой, короче, ну ты понял, да, что надо сделать? Ну или так, насрать, в общем. Втыкай, синенький. Не хочешь, я сам воткну. Интересно, а потом будут, наверное, по 3 ключа, да? Или еще там по 25 ключей. Так, у меня пока нету левелапа. Или есть? Это что такое? Не, это не. Я качнул. Барсук. Енотик.
Так барсук или енот? Да какая разница, ублюдок, грызун, падла, жопа, срань. Мой дневник, спасибо. Мы так рады. Пока вы были внизу, птичка напела мне, что у моего какой-то никудышного соседа тоже проблемы. Похоже, принц кошмаров отправился туда. Ладно. Енотик дал нам указание, как найти принца Сыкуна. Да, и я думаю, что на этом... грибы. Да, я думаю, что на этом можно заканчивать третью серию Трайн нахрен 4. Да? Да. Отлично, потрудились. Наша следующая цель — сраный ежик. Смотри, он там метелкой метет, граблями. Метелкой, граблями или метелкой? Граблями, метелкой. Ну ладно, тогда давай пока-пока. Да, спасибо за внимание, услышимся. Да, счастливо.